Локобол – это футбольный рекордсмен в стране. В этих детских соревнованиях по всей России принимают участие тысячи команд. Турниру, к тому же, уже более 20 лет. В богатую историю локобола себя ежегодно вписывают и приморские спортсмены. У нас были соревнования, значит, во Владивостоке, в Находке, в Черниговке и в Спасске. 4 города были задействованы. После этого команды победители, у нас 2 места первых и от Владивостока 4, приехали вот сегодня во Владивосток. И 3 дня мы здесь выясняли, кто же от нас поедет на финальный региональный турнир в Хабаровск. В первый же день на поле наметился лидер. Луч с крупным счетом обыграл соперников и с легкостью прошел в полуфинал. Параллельно неплохой результат показывал Находкинский Океан, который также смог пробиться дальше. А вот многим другим ребятам не везло с самого начала. Я, в принципе, недоволен игрой команды. Мы играли плохо, заняли 6-е место. Мне не понравилось, как мы играли, но турнир, в общем-то, хороший. Мне нравится футбол. Футбол – это жизнь. В итоге к финалу и подошли те, кто хорошо стартовал. Противостояние Владивостока и Находки оказалось непростым. Океан первым открыл счет. Луч ответил 2 голами. Белосиние же вскоре сравняли счет и немного осели в обороне. Тигры стали наседать, чем в итоге и воспользовались гости. Океан смог добить еще 2 мяча в ворота и таким образом одержать сложную и довольно неожиданную победу. 4-2. В финальной игре у нас не хватило нервов, не хватило командного духа, и мы из-за этого проиграли. Нам тренер сказал, нужно еще забить, а мы поплатились за это и получили. Потрясающее впечатление. Это был идеальный турнир. Эта игра далась нам самая была сложная игра на турнире. Но мы это смогли сделать. Мы выиграли этот турнир. Эмоции переполняют. Даже говорить еле как можно. Я рад за своих ребят. Проявили характер настоящий мужской, что я от них всегда требую. Потому что финалы просто так не выигрывают. Только на характере, на зубах. Видите, 1-0 вели, 2-1 проигрывали. Смогли, я сам не ожидал, переломить игру и выиграть 4-2. И я рад за них и горжусь ими. Свои награды по итогу получили не только призеры локобола, но и отдельные игроки, которых отметили судьи. Юные футболисты также получили сладкие призы. Ну а Океану досталась главная награда – путевка на дальневосточный финал в Хабаровск. Максим Яковлев, новости спорта на 8.